лесной колодец. Дай воды напиться. Пока воду наливают, я тоже делом занята. Бабу снежную леплю. Уже 2 кома готовы. Снег сегодня лепится. Сегодня 13 января. На улице +2. В лесу хорошо, тихо, тепло, ветра нет. Надо продолжить. У нас очень много банок. Вон целая машина банок. Наливать будем долго. Так что бабу снежную я могу слепить спокойно и быстро. Вот, почти слепила. А это наша баррикада. Ничего себе, сколько воды. А вода-то течет? Течет. Ручей течет. Вон туда. А внизу болото. Сейчас я еще доделаю. Ушки, ушки, оставим тебя караулить колодец. Ладно? Охранять. Это собака верная такая, с веточкой. Все. На радость людям. Сторож наш стоит. Кто-то приедет и удивится. Снег-то очень-очень хорошо лепился. Я решила прогуляться. Здесь такой воздух замечательный. Пока лепила... Ой, все руки замерзли. Варежки все мокрые, хоть отжимай. Это настолько снег влажный. Столько впитал в себя воды. Я еще раз посмотрю издали. Ага. Кто будет заезжать, не колодец в первую очередь увидит, а мою верную собаку. Вышла на улицу. Это следы от нашей машины. Раздаются звуки пилы. Кто-то пилит. Лес пилит. Пилит варварски. Такие пни высокие оставляют. Деревья молодые ломает. Я считаю, это неправильно. Вот дом был. Просто подойду, посмотрю. Что там? Кто там? Кто-то жил когда-то. Это что за палка такая? О, хорошая! Березовой палочкой я ее возьму. Поместится. Вот видите, тут сад был у них. Вот что осталось от дома. Ой, следов нету. Одни заросли. Здесь, наверное, птички. Птички. Синички. Все рухнуло. Малинник. Вот. Здесь был заход в дом. Видите? Ничего нет. Сарай. Ну-ка. Да. Окошко было. Засов. Дом рухнул. Ладно, пойду. Посмотрела, а чего я тут хотела увидеть? Просто так, ничего хорошего. Как дома рубили, интересно. Плачет дом. А ведь куда сливается? Куда она сливается? А там рыбаки ловят. Шум такой. Даты нет, снега нет. Шум сильной воды. Луна уже выглянула.
тусклая. Сумрак накатывает. Что, по этой дороге пойду?